Простите, что читаю не наизусть. Жизнеописание Тимиастера. Мое неотосланное письмо на BBC. Приветствую, милостивый сударь или сударыня. Мне всегда было любопытно, каково это – быть работником большой новостной компании, чьи обязанности входит прочтение приходящей от публики почты. Каково постоянно читать бесконечные предложения для новостных сюжетов, личные истории, душераздирающие мольбы о помощи, бесстыдный мусор спам, нецензурщину и так далее. Какая у вас отважная должность. И простите меня за беспокойство. Можете устроить перерывчик. Встаньте из-за стола, выйдите на улочку, вдохните свежего воздуха, вместо того, чтобы читать мое письмо. Давайте, давайте. От сидячей кабинетной работы так затекают конечности. У меня есть история вам рассказать, но я не ожидаю и не претендую на ответ с вашей стороны. Прежде всего, я есть иностранец, а у вас полно домашних британских историй, спорить готов. Так что я предлагаю ниже следующее просто как письменное упражнение. Ведь я читал сюжеты на BBC все последние 10 лет. Новости общего толка, личные истории, научные статьи. Я потреблял информацию на моем дорогом BBC, так что теперь я предлагаю вам кое-что взамен за весь труд работников вашей компании. Небольшой вклад. Во время ООНа жила да поживала в сибирском городе Томске почти бессмертная душа. Она была воплощена в форму мужского тела и со временем стала мальчиком. Обычным. Таким, как и множество других мальчиков, по крайней мере в том, что касается внешних атрибутов. У него были обычные русские имя и фамилия, и он посещал школьные занятия. Сперва все вроде было неплохо, но чем дальше, тем больше он выделялся из круга своих одношкольников, сам того не ведая. Его не тянуло в их компанию, он почти никогда не ходил на гулянки. Он был мечтательным, интеллектуальным и романтичным. Он получал огромное удовольствие, просто гуляя в одиночку по пустой школе и пришкольным площадкам после уроков, когда пространство школы будто бы раздвигалось, становилась объемнее и наполнялась таинственными отзвуками. Дружелюбное обращение и беззащитная манера общения мальчика часто вызывали в его более черствых и приземленных сотоварищах желание поиздеваться над ним. Он не был образцовым учеником от того, что постоянно витал в облаках, но у него был талант. Одна одаренность, то единственное, в чем он был действительно хорош и что ему действительно нравилось в школьной программе – английский язык. Однажды на уроке психологии детям предложили ответить на ряд вопросов об их внутриклассных взаимодействиях. В классе было примерно 30 человек. Кого бы вы назвали своим другом? У кого бы вы попросили помощи в беде? Кому бы вы доверили ваши самые сокровенные тайны? Кого вы видите своим ведущим, примером для подражания? С кем бы вы вместе пошли на вечеринку и так далее?
Впоследствии анкеты были сведены в плакате, где каждому ученику был присвоен безымянный номер. Взаимодействия между учениками были показаны посредством стрелок, и таким образом, чем больше какого-то ученика упоминали в качестве друга, наперсника, примера для подражания и так далее, тем больше стрелок шло к его номеру от их номерков. По меньшей мере, хотя бы одна стрелка шла либо от, либо же к каждому из номерков, кроме только одного номера. Он стоял обособленно, и ни одной стрелки ни к нему, ни от него не было. Никто не стремился к этому мальчику или девочке. И он сам никому не стремился. Когда плакат повесили на доску, многие оглянулись на нашего героя, и по классу пошли шепотки. «Это ты, тот, который один там стоит, сам по себе. За этим номерком можешь быть только ты». Они угадали. В старших классах он перешел в другое учебное заведение, чтобы иметь возможность развивать свои языковые способности наилучшим образом. В лингвистический лицей, где он провел последние 3 года общеобразовательного курса обучения. Там мальчик почувствовал себя посвободней. Он стал сильнее, выразительнее, не таким зажатым. Одно из его страстных увлечений – пение – принесло ему больше внимания со стороны девочек. Он пел на небольших сборищах и даже на общешкольных мероприятиях. Но все же он не мог не заметить, что его сотоварищи, а равные большинство граждан его родного города в целом, были слишком неизысканными, грубыми, вульгарными, с примитивными устремлениями, что масштаб их эмоций был слишком мал, а их интеллект слишком скуден. Примерно в этот же период времени герой нашей истории развил в своей душе глубинно опасную эмоциональную тенденцию. Его состояние безграничного внутреннего счастья, его страстные песни, вызывавшие состояние эйфории, его искренность, любовь к жизни и чувственность. Все это привело его к убеждению, что в удовлетворении желаний заключается высший смысл нашей жизни. Молодой человек, которому тогда было 17, ошибочно заключил, что нам не нужно сдерживать своих желаний, включая сексуальные. «Сдерживать желание! Ха-ха. Ну и ну, какая глупость!» — думал юноша. «Ни в коем случае! Напротив, нам следует потакать им и заниматься свободным совокуплением с мужчинами и женщинами при любой возможности. Чем больше, тем лучше!» Молодой человек отвергал общественные и религиозные устойчивые поведенческие и мировоззренческие модели, догмы, как он их называл, приписывающие людям периодическое воздержание. Он смеялся и издевался над религией. Далее судьба привела его в университет. ТГУ. Яркая вычурная одежда, бесстрашие, открытость, дружелюбие и круглогодичная улыбка — таким перед нами предстает тогдашний первокурсник Иньяза. Учеба? Кому нужны лекции по французскому, когда вокруг столько красивых девчонок?
В том же году в центре Томска открылся ресторан, именовавшийся «Сибирский паб». Юноша, теперь уже 20-летний, страстно любящий рок-песни и английский язык, очутился в блюз-рок-группе, игравшей для посетителей ресторана. И ему тогда везло по жизни. Про него сняли несколько сюжетов для местных телеканалов. Было даже несколько случаев, когда девушки на улице просили у него расписаться для них, оставить автограф. Это ведь был практически меловой период, 2001 год. Селфиков тогда и в помине не было. Часто, уютно свернувшись калачиком, в примиленькой нише в одном из дальних лестничных пролетов паба, скрывшись от людских глаз, переполненный энергией и счастьем юноша, думал: «Я есмь самый счастливый в мире человек, ибо я имею возможность выражать себя в песне для зрителей и потому, что мне известна высшая истина. Она заключается в свободной любви, желании и творческой энергоотдаче. Только эти ценности являются истинными. В них суть и смысл моей жизни. И это никогда не изменится». Да, так он думал. Наш герой увлекался татуировками. Вполне в духе времени и в духе подкультуры рок-музыки. Он уже сделал себе две. На обоих предплечьях. Он не помышлял о том, чтобы сделать татуировку на лбу. Нет, изначально у него не было такого побуждения. Но вмешалась судьба в лице знакомой девушки. Тема такой татуировки просто случайно всплыла в разговоре с ней. Она почти, не совсем, не буквально, но, можно сказать, подспудно пробила его на слабо, взяла наспор. «Но, разумеется, ему не слабо», — сказала она. К тому же это так импонировало его экстравертной личности. Чары волшебной фразы «почему нет» возымели свое действие над широкой души парнем. И вот так и вышло, что он сделал этот постоянный рисунок на лбу. Пусть, мол, весь мир дивится.